Приветствую всех на моем канале. Сегодня у нас будет ремонт планшета LG. Модель это у нас V400. Вот. Тут, в принципе, показывать на видео разбор нечего. Снимается просто задняя крышка. В данном случае был у планшета разбит сенсор. Значит, сразу предупредю, что здесь модуль. Здесь нет отдельно дисплея, отдельно сенсора. Здесь склеенный модуль заводской. Я рассепарировал его, то есть убрал разбитый сенсор. Вот, очистил все. Дисплейчик у меня целый, готовый, красивый. Но проблема в том, что я не нашел для него сенсора. То есть я нашел сенсор для него на Китае. В Украине вообще сенсора для него нет. Хотел собрать на окопленку, все по красоте. Вот, но сенсора вообще на Украине не нашел. В Китае я нашел сенсор. Я сделаю ссылочку под видео, кому он нужен. Но мне кажется, он не нужен никому. Всего один продавец на Алиэкспрессе продает этот сенсор. Вот, стоит он очень дорого. Стоит он там что-то, не буду врать, ну, в районе $20. Вот. Я купил с Китая модуль. Вот у нас модуль пришел. То есть модуль стоит $23. Ссылочка будет под видео. Такой ремонт сможет выполнить любой человек. То есть для этого не нужно нам ни барокамера, ни ламинаторы, ни специального никакого оборудования. То есть если у вас разбился сенсор или дисплей, вот, заказываете по ссылочке полностью готовый модуль. Вот даже продавец положил инструмент, который вам нужен. Мне такой инструмент не нужен. У меня такого инструмента уже целая куча. Это мусор для меня. Вот. Ну, для вас, для того, чтобы поменять один раз, больше чем достаточно, вам хватит. Так что, ну, и не надо даже ни отвертка, ничего. Вот, для того, чтобы его приклеить, этот модуль, вот положил 3M-овский продавец скотч, но сразу вам говорю, не клейте на него. Лучше пользоваться клеем, можно купить маленький 30 мг клей, типа B7000, там. Есть у меня видео на канале по поводу этих клеев, зайдите и купите. В данном случае черный цвет, то есть лучше купить вот такой вот T1000. Вот, вот такие вот, а Т1000 черного, ой, Т1000 говорю, Т7000, вот, они чем отличаются от всех тех остальных, Е7000, Б7000, он черный. То есть в швах у вас не будет видно клея вообще, будет все по красоте. Вот в таком антистатическом пакетике приходит нам модуль. Давайте попробуем подключить его и проверить, как оно у нас заработает. То есть, смотрите, старый вы вытянули, он вам не нужен. Можно это делать не очень аккуратно. Вот это в моем случае я выклеивал аккуратно, чтобы дисплей остался целый. В вашем случае нечего там аккуратно выдрали его как попало, да и все. Так, ну, по размеру вроде бы то подходит, вроде бы то ровненько все. Давайте попробуем подключить. То есть здесь просто втычной коннектор один, то есть сенсор с дисплеем собирается на самом дисплее, поэтому здесь всего нужно подключить один коннектор. Ну и пытаемся включиться. Да, есть у нас изображение. Вот наш планшет включился. Разблокируем его. И давайте попробуем проверить сенсор. Как я это делаю? Очень просто проверить сенсор. Это зажимаете любую иконочку. Давайте вот эту, к примеру. И начинаете таскать вот так вот ее по всему дисплею.
Видите, она таскается за пальчиками, нигде она не отпадает. Это говорит о том, вот, что сенсор наш работает везде идеально. Если бы хоть где-то были какие-то малейшие нарушения, вот, у нас бы оно там, иконочка отпала. Дальше я еще проверяю на точность срабатывания. То есть нет такого, что там криво наклеен сенсор, допустим, и кнопочки могут нажиматься. Вы нажимаете, допустим, буквочку D, а у вас нажимается буквочка R. Вот. Чтобы не было такого сдвига, вы проверяете точность нажатия, все отлично. Ну и последнее, что можно проверить, это наш дисплейчик. То есть поиграться с его яркостью. Так, подождите, где у нас что? Вот у нас яркость. Как видите, яркость, если на всю, то очень хорошая. Вот, то есть это яркость, контрастность. Поигрались, все прекрасно, все работает. Ну, теперь можно смело. Мы знаем, что сенсор у нас рабочий, и рабочий у нас дисплейчик. Все нормально. Теперь можете смело вклеивать. То есть выключаемся и вклеиваем. Так, как видите, вот камера заклеенная, нужно будет снять. В принципе, и все. Теперь очищаем, подготавливаем нашу склеимую поверхность. Хорошенько очищаем все. Теперь берем спонжик или ватку, что там как, и спиртом обезжириваем и заодно удаляем остатки клея. Так, продолжаем. То есть мы очистили поверхность, вот, обезжирили ее. Теперь берем, наносим наш клей. Вот так. И наносим на ответную часть. Убираем защиту под камеру. И наносим на ответную часть тоже. Аккуратно здесь возле камеры. Сильно много не наносим, чтобы не попало под камеру. Ну, это как бы не страшно. Плату можно поднять и будет очистить. Можно, но тем не менее, зачем нам этим всем заниматься. Так, в данном случае я долго ждать не буду. Обычно я жду высыхания. Ну, не высыхание, а минут 5 подсыхания и совмещаю. Почему? Потому что здесь нету точной рамки. Здесь надо, чтобы оно двигалось друг относительно друга, для того, чтобы можно было его спозиционировать. Потому что здесь нету, повторюсь, четкой рамки. Здесь оно влаживается. То есть рамкой выступает корпус. Поэтому я его все собрал. Теперь для того, чтобы оно точно спозиционировалось, вложу его в корпус.
И так проще будет его и прижать. Здесь можно использовать было прижимы какие-то, но я не вижу в этом смысла. Вот здесь рамка, она выступит как огнеограничителем. То есть элементарно берется кусок бумаги, чтобы оно не прилипло к столу, допустим, к вашему. И вот так вот вы ложите на стол, только не на резину, а на стол на ровный. И чем-то сверху там поставили литровую банку с водой. Там 1-2 килограмма больше, чем достаточно. Вот. Полежал он у меня часик-два. Теперь можно взять немножко спирта, убрать клей, можем снять нашу пленочку. Вот так. Убрать остатки клея по бокам, чтобы было все по красоте. И все, и ремонт у нас окончен. Поэтому, кто разбил дисплей или сенсор, заказывайте полностью модуль, совсем недорого. Все работает, как видите. Все прекрасно, все светится. Заказывайте модуль, цена недорого. У нас на Украине, конечно, подороже будет. Вот. Ну, тоже, кстати, цена не очень дорого. Около там 800-900 гривен можно купить модуль. Здесь, конечно, поменьше, 23 доллара. Не намного, но... Вот и все. Ремонт считаю оконченным. Протереть, чтобы было чисто и не было следов. Все уклеено, все по красоте. Кому было полезно мое видео, подписывайтесь на мой канал, переходите по ссылочке, заказывайте себе такой модуль и ремонтируйте сами абсолютно без проблем, не переплачивая никому денег. Всем хорошего настроения, пока-пока!